Бихари. Да. Идем в храм. Банка. Бихари. Проявление единого Бога, которое исполняет материальные желания быстрее, чем другие проявления. Сейчас увидите, народу битком. Народу битком. От тарелок, на которых подают цветы у алтаря, по колено этих тарелок. Самый посещаемый храм во Вриндаване. Как ни странно, все о духовном, а вот материального самый посещаемый. Поэтому мы оставили это напоследок. Снимаем не сразу, уже в завершение. Так, сейчас зайдем тоже. Что там? За храм. Поднимешь же ты, конечно. Видишь, да? My friend, снимаем видео Russian. Так а что, цветов возьмем, не? Давай. Тогда беру здесь Тутуласи. Давай. Все, это стоит столько, пойдем. Да. Так, сейчас. Слушай, давай сделаем так, я сумку тебе все-таки дам, потому что я полезу с этим всем, а ты снимать будешь. Да. Все. Все, давай мне сюда. Я сюда полезу. Внимательно, вторую руку только на сумках держи. Здесь карман, это самое большое количество карманов. Они даже специально придумали ритуал, чтобы все поднимали руки вверх. Ну, чтобы удобно было видеть. Аре, раде, сколько там галло? Окей. Что там? Я сейчас полезу в монскую кучу. В общем, а ты тут уже как-то снимай. Вот сними, покажи. Давай.
нравится. Пробился? Все, банка Бихари нас любит, потому что нам очень быстро удалось и осветить, и получить обратно. Правда, одну гирлянду, но... Ну ничего, мы не гордые. Банка Бихари. Банка Бихари. My friend, thank you. Rada, rada. Ну, как смог, снял. Снимать там нельзя было. Ну, отчасти хотя бы был заснят весь процесс, что там происходит. Ну, прошедший. О материальных благах, как всегда, много. Индусы тоже не против материальных благ. Так что людей завал. О, ну, тут вон целая движуха тоже вокруг. Еда, вот это все, это подношение. Слушай, здесь прямо какие-то сладости такие, прямо похитрее, нежели у нас там на улице. Да. Тут какие-то прямо что-то... Надо в другой раз зайти сейчас, куда, видишь? Да, да, надо будет зайти взять здесь. Ну и опять это должны за просадом, потому что это... Два в одном. Банка Бихари. Хорошее проявление единого Бога. Им очень быстро. Там люди стоят по полчаса, не могут передать, чтобы у них забрали. Я подошел, брамин у меня сразу забрал. Я считаю это хорошим знаком для нас. Так, что? Ну и для вас тоже виртуально. И для вас тоже. Вы увидели, как это происходит. Вы можете даже прикоснуться через камеру.